Приветствую вас, друзья. Вы на канале «Все для клёва». Это не дежавю. Это опять мы. Вторая серия. Мы не уезжали. Вторая серия. Даже не уезжали. Ну да, конечно, не уезжали. Вот. Сегодня у нас какое число, Тарасыч? 23 декабря, друзья. Перед Рождеством католическим. Да. Выехали опять на рыбалку. Вот. Это символические 25 грамм. Перед рыбалкой. Без этого позвонили, сказали, что ничего не будет. Так что, друзья, начинаем так. Да. И чтобы вас заинтриговать, у нас сегодня видео будет под названием таким. Вот что эффективнее в конце декабря, на что эффективнее ловить щуку или судака? Да? На дропшот, отводной поводок или заголовка? Или вообще на что эффективно вообще ловить? Или вообще будет ли ловиться? Да, будет. И вообще главная задача — отдохнуть. Да. Берем. Аллилуйя. Ну, друзья, за вас. Будьте здоровы и счастливы. Обязательно будем. Как бы. Водочка финляндия. Вы не подумайте, я больше пить не буду, потому что я за рулем. Да. Поэтому только 25 грамм. Это... Угу. Да, это уже подешево. А, это моя, да? Не, вот моя, вот эта. Угу. Это табу, все. Не-не-не, мы не для того. Держи. Мы пойдем дедушке Днестру. О! Обязательно. О! Дали дедушку Днестру тоже. 20 грамм. Типа думает, что у них получится задобрить дедушку Днестра. Ага, сейчас мы. У нас есть покровители просто. Тарасыч, вы будете на 28 головку? 22. 22? А у тебя есть 22. Сасанович, вы на что будете ловить? Что дадут? У меня десятка. Не, у меня будет... 28. Ну, каких проблем? Я вот возьму у вас вместо грузила дропшот. Попробую его. Видите? 22 у тебя тоже есть? Ну, с крючком. А уже с крючком? Они уже заведены? Облежены, это мама. А, ты имеешь в виду сама головка? Так. Не ушастый меня интересует. Ушастых нет. Что ладно, сейчас на вот это? Не, это хороший груз. Так, ну что, друзья, пока мы тут стоим в кругу трех Александров, в треугольнике трех Александров. Вы опять загадываете желание, да? Да. Тарасыч, что вы загадаете? Давайте так. Я вот это, чтоб... Мне нужно пару щучек. И один судак. Все. Пару щучек, один судак, да. Сан Саныч. Мне больше ничего не надо. Тарасыч, у вас что? Ну, чтобы в жизни было все хорошо. Ну, не, а конкретнее? Вот вы такое распределенное... Не, вы конкретно скажите, что-то конкретнее. Чтобы никто не болел. Чтобы никто не болел. Аллилуйя. Друзья, я тогда за мир во всем мире. Да. Ну и хотя бы еще пару щучек ко всему. Попробуем на дропшот первый раз. Получается крючок, привязанный к леске, и грузило. Вместо грузила чебурашку использую. 16 грамм. Сан Саныч, что там у вас получается? 28 грамм головка, флюрокарбон и такой убойный цвет. Попробуем. Ага. На двойничок, да? На двойничок. Я сделал двойничок. Все понятненько. Ладненько. Хорошо. Да. Для YouTube канала «Все для клёва». Скажите пару слов. Ну, на что ловите? На все, что можно. Да? О, у вас такой богатый арсенал. В запасе все есть. Да? И пробую на все. Ну, а конкретнее? Пока, ну, в основном силикон работает. Силикон, да? Да. Какого цвета? Кислый, но я их уже два штуки оборвал. Да, что-то поймали? Еще пока нет. Пока нет. Но были хоть, ну, удары были? Да, да, да. Да? Угу. Ну, все еще впереди. Все, не хвостанете шуи. Так, тут еще один рыбак. Здрасте. YouTube канал «Все для клёва». Хотелось бы, ну, узнать, на что ловите. Как? Силикон, блесна, железяки. Да? И как, удачно? Ни одного ударчика, вот, уже зацепик. Ага, зацеп уже, да? Да, уже вот, зацепилось. Понятно. Ну хоть что-то было хоть. Пока нет, и на живца вон бросили так, может, щучка. Пока тишина, да? Пока тишина. Ну, воскресеньем. Просто отдых, чисто воды приехали. Оторвались от дома, чтобы не пылесосить, да, ничего. Да, не, да, не, нет, да. Нет, все равно говорят, когда пока в церкви не отправилась, работать нельзя. Ага. А в церкви отправиться к обеду. Ага. Так что можно отдыхнуть, чуть-чуть расслабиться. Я вас понял. Все, все хорошо, счастливо. Спасибо. Вы
YouTube канал, все для клева. Да, очень приятно. Ну сегодня рыбалочки нету, видите. Как это нет? Подождите. Должна быть, да. И что? На что ловим? Можно посмотреть? Силикончик. Ага. Такой яркий. Самый ходовой. Немножко. Ага. Ну вот, но пока ждем. Что, не было ни удара, ничего? Ударов не было. Щучка уперлась такая небольшая в сапог. Так. Вот. И убежала. Понятно. Ну что делать? Будем ждать. Будем ждать, да? Воскресенье. Выехали, да. Чисто отдохнуть, чисто. Это отдых, это природа. Да, свежий воздух, да? Свежий воздух, да. Да, правильно. Одна рыбалка, вот. Два дня жизни добавляю. Ну ничего. Надежда умирает последней. Это да, это да. Ладненько, все, всего хорошего, счастливо. Да, Что там сегодня, ловится, не ловится? Ну, сегодня одна маленькая щучка словилась и все. Одна, да? Одна маленькая и все. А на что? Почему? На сиреневый? Да, на чебурашку? Да, самодельный силикон, сам накрываю, сам делаю. О, прикольно. Да, да. Ну все, удачи, все. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Ого. А тут вот второй цеп, второй обрыв. Ну там цеп, тут цеп. Ну, Тарасыч, ну как без этого? Да блин. Это же жизнь, это. Да, ну, это. Не, ну нафиг. Что это за жизнь? Если это жизнь, то что такое муки? Говорила моя теща, это ж жизнь. Да, это ж жизнь. Не, все нормально. Ну без труда не вытащишь рыбку из Днестра. Мало на добра добра не ищет, туда вам идти. Что вы там ловите? На что? О, дропшот. Да, ловим на дропшот, поролон. Ага, поролоновая рыбка. Ну, типа того. Вот, друзья, смотрите, какую ребята делают поролоновую рыбку. Это очень на скорую руку, на самом деле, делаем, так, чтобы не сильно как бы заморачиваться. И как успехи? Ну, два схода было. Ага. А как бы так, чтобы похвастаться и показать, то нет. Ну, ничего, ничего. Ну, рыбу подержали, понюхали. Да, вы тоже на дропшот? Нет. Джиг. На джиг, да? Да. Угу. На джиге тоже вот тоже сход был. Поклевка была. Ждем дальше. Понятно. Точно что-то будет. По-любому. А до обеда, вот, до обеда на. Только снимаете. Ну вот мы тоже только зашли, только приехали. А, вы только. Да, и вот тоже пару раз забросили. И пока идем, ищем хотя бы какое-то место, чтобы никого не было. Народа тут немерено. Да, да. Так, а у вас что, тоже на джиг? О, отлично. Можно посмотреть? Ага, такая кислотная рыбка. Да. Хорошая чебурашка у вас такая. Даже не чебурашка, чебурашка, да? Чебурашка. Угу. Можно глянуть? О. Вот такая, друзья. Все, не хвоста, не шуи. Да, спасибо вам взаимно. Здравствуйте. Что ловим? Пытаемся ловить. Так, пытаемся ловить что? Хищника. Так. Щуку, судака. На что будете пытаться ловить? Пытаюсь на живца и на отводной поводок. Угу. Ну это, кстати говоря, самый оптимальный вариант на реке, потому как он ребята ловит на джиг, пока. Да. Пока ну, тишина. К сожалению, и на эту снасть тоже ничего пока не берет. Не берет, да? А вы с утра, да? Да, с 8 часов. Понятно. Все, поклевок не было, да? Даже удара не было еще. И на живца в том числе. Так погода, смотри, дикая. Солнце, по идее. Сегодня все благоприятно для удачной рыбалки. Но, да? К сожалению. Для рыбалки или для клёва? Для клёва. Для клёва сегодня удачно? Вы думаете, что солнце это удачный вариант? Ну, не только солнце, но и ветерочек. Гороскоп показывает, что сегодня должен быть. Астрологический прогноз. А, то есть вы посмотрели? Я все перелопатил. Ага. Все сайты. Все, не хватает шуи, всего хорошего. Спасибо. Рыбаков немерено. Вот так вот. Народ ловит. Народ забрасывает. А, народ забрасывает. Ну ничего. Ничего. Ничего, ничего. Все будет. Все будет. Все будет. Сейчас только надо поймать одному. Один народ поймал, народ посмотрит, какой цвет, и все начнут. Срочно надо тот цвет. Пока первая ветка. Друзья, у меня первая ветка. Как
колея, вот такая вот колея тут, блин. Сели по полные уши, блин. Ну ладно, что, толкаемся. Я назову это видео «Приключения трех рыбаков». Трех поросят. Не пив, наф, блядь, ну. Ой, блин. Сели, сели. Спасибо мужикам, бляха. На границу ехать. Я вообще думаю, уже Саша хотел Маше звонить, чтобы Маша. Я думаю, Маша моей херней бы тут смыкала бы полдня. Это надо было Игоря просить на джипе, блядь. Да, на джипе. Так, ладно, короче. Я готов. Так, колесики мы вот. Колесики вон! Жека, поехали! Это сурово, а что вот так? Снимай! На солнцевиском шпили, шпили, вили. Чуть не сели. Все. Все. Знался, снесет. Да. Еще и на бампер сел, да? Да. Вот это горе. Держи. Вот это жопа. Я знал, что снесет. Я так да. И знал, сука. Ну ничего. Ну все, а что? Сейчас будешь сейчас... что-то думать. Ну да. А что думать, как думать? Будем бегать Volkswagen'ом. Нет. Назад? А как?
Да не, все будет нормально. Не! Я думал с той стороны объехать. А, ну да. Буду пробовать. Есть желание по центру, чтобы... А, подтянуть, да? Да, давай. Желание не упасть. Топорик вот здесь. Тебя сейчас тоже снесет. Нет. Я говорю, снесет. Если возьмешь туда ближе, ну, да. Тогда это вот надо будет. А, рулем не вертите, блядь. Да не, Николай, если легче, он по центру пройдет. О! Вот только сколько это видно. Нет, 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 стоп! Отлично. Все отлично. Я да, думал, чтобы он притормозил, стал ровно, понял? Да. Не с поворота заходил. Ну, да, наше да, дело о. Выполнено. Я имею в виду, теперь следующие джипы. Кто там следующий? Да, 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 да. По рюмке может. По рюмке может. Верь, будешь по рюмочке, Верь. Конечно, ребята угощают. Давайте. Давай. Водителям, конечно, нельзя. Тарас, а что тут за ветка там, блин? Вот это. В машине. Это пока она, сука, в болоте стояла, проросла. Дерево про. Не, это Саня взял себе. Хочет Рождество такое начинать. Я говорю, почему водителям нельзя? Можно. Ну как почему? Водителям все можно. О, кофе, да? Да, конечно. Отлично. Правда, оно сделано еще полпятого утра. Но это старый китайский термос. О. И сейчас вот просто... Ну, забрасывая рыбаков. Слава Богу. Будьте здоровы. Спасибо. Давайте. Хоть отдохнули. Отдохнули. Нормально, все хорошо. Рыбалка, то, что доктор прописал. Все хорошо, ребята, все хорошо. Вот было сделано полпятого утра. Вы садились сами, да? А вы туда на рыбалку приехали? Мы приехали отдохнуть, воскресенье, просто расслабиться, отдохнуть, погонять щучку. А у вас там? На лимане да нету, ноль. Что да? Может быть в лимане, если в лимане работает 5 или 6 бригад неводов? Да. Ребята, что там можно говорить, а? Спасибо вам большое. И вам спасибо. Что вытащили, елки-палки. Потому что не часто так получается, что ну, так народ соглашается. Да. Да ради бога. Мы просто всегда говорим, что земля круглая. Ты что ради бога? Сегодня мы завтра в этом... Дерево стащили. Ничего страшного, ну а что делать? Уезжать надо. На дерево сел, я как понял, ё-моё. Не, ну мы думаем... Ну Тарасыч героически стал между деревами и машиной. Да, Николай же говорит, да тут рядышком. Едем уже километр второй уже. Да ладно, километр второй. Ну, 600 метров. Дебри. Я сейчас специально собью спидометр по нолям. По нолям, ради интереса. Набрали щебня в кармане. Ходили, взял кирпичи. Кирпичи там, то-то, ищем что-то. Ну ничего. Все хорошо, заканчивается. Я думаю, ё-моё, нормально. Вы первый. Да. Давай Маше позвоню, может быть, там приедет, на шкодике как-то дернем, а хер бы мы ее дернули.
Во-первых, мы вот тут могли. Да, но я удивился, что и кадик нормально выдернул. Так. Передок, передок ведущий, задняя передача, он очень большую силу имеет. Вот передок ведущий, когда задняя передача, он получается, что он упирается. Усаживается. Да, когда идет вперед, нет. У него не то. А вот когда назад. Удачи. Да, счастливо. Всех благ. Может, все, на канале все для клёва, в Ютубе. Все, мы все поняли, да. Там еще мы будем смотреть все. Насчет карпятников. Да. Да, 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 там есть, там есть. Интересное дело, да. Там есть. Если снизу, то тут пусто. Нет, там есть. Вот, вот самое главное. Травка, цветы. О, Саня, щавля, хочешь? Это не чарик. Николай дома цветы оборвал. Для металлиска, это проблема. Осторожно, Тарас. Очень острый нож, блин. У меня уже больше этих. Вы же порезали? Кровосанавливающих салфеток больше нет. Вы же порезались? Нет. Сан Саныч же мог палец. Блин. И досточка, вы видели? Чего вообще. Видели? Смотри, как режет. На, сейчас. Ты порезался. А знаешь чем? Вот этой хуйней стрию. Не просто так. Да. Это просто. Нет, вот, это... Понимаете? Вот вы до***лись. Не слушайте ни хера, бля. Кто вас просил это под руку нахуй? Да, блядь, кушай. Не-не. Ну что? Не умеешь жраться. Кто-то сосет, бля. Кто-то... Не умеешь жраться с игрой. Не умеешь жрать колбасу сосет. Друзья, такая получилась у нас рыбалка. Ну, мягко говоря, приключение больше, чем рыбалка. Никакая. Удовольствие получили. Удовольствие от копания, толкания, хорошие люди. Застревания, мытья машин. Зато познакомились с хорошими людьми, которые дали нас и вытащили. Друзья, вы были на канале «Все для клёва». Если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал «Все для клёва». Хотя, ну ничего не поймали. Но зато честно. Свежий воздух, адреналин. Так что все было good, да? Здорово. Да. Супер good. Пока.